Всех приветствую, снова к нам поступили складные ножи Пчаки, нож, который полюбился большей части аудитории. На этот нож сегодня будем снимать небольшой обзор, давайте по ножу. Здесь у нас на ноже на клинке заявленная сталь D2, металлический корпус, накладки на рукояти у нас дерево черный граб, снизу рукояти имеется отверстие под темляк. Замок здесь лайнер лок, механика просто прекрасная и также имеется на клинке дуло. Данный нож идет вот такой вот коробочки. Я пройду небольшой обзор и посмотрю, как покажется в работе нож. Порежем резину, как классики жанра. Обух у ножа 3 мм. Так, нож в кадре. Потом возьмем замороженную рыбу. Я попробую разрубить замороженную рыбу. Так, это что-то пришло. Давай разрубим сюда. Далее на ударные нагрузки. Проверим на дереве. Посмотрим, как он выдержит. То есть стругать без проблем уже. При этом не боится никаких нагрузных ударов. Ну вот так вот. Так, нож в кадре. Покажи. Так, небольшие пятна на клинке. Его попробую высушить. Так, ну и посмотрим в конце на бумаге, как сохранилась заточка. Покажи. Как видите, вот так вот. Спокойно режет. Складные ножи Пчаки и стали D2 снова в наличии. Успевайте приобрести.